хорошо. Рейтинг составили по итогам 2018 года. Челябинск не попал в список 22 городов с самым высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Экологи отметили, в южноуральской столице резко снизилось содержание бензопирена. Мы не считаемся самыми чистыми. Мы находимся где-то в серединке, поэтому понятно, что остались некоторые моменты, что бывают, что люди все равно еще жалуются на запах, есть еще, что предприятия не полностью модернизировались. Поэтому, конечно, есть к чему стремиться, есть, конечно, работать. Самый грязный воздух специалисты зафиксировали в городах, которые находятся в азиатской части России. Это Чита, Улан-Удэ, Абакан, Братск, Иркутск и ряд других. В общей сложности в этих муниципалитетах проживает около 5 миллионов человек.